В учебно-методическом центре «Авангард», расположенном на территории парка «Патриот» в Кубинке, начались сборы московских старшеклассников. 13 марта в центр заехали 260 ребят. В программе курсов «Строевая подготовка», «Сборка и разборка автоматов», «Занятия по воздушно-десантной подготовке», «Обучение первоначальным навыкам управления грузовиком на симуляторах вождения», «КамАЗ» и «Урал», «Занятия физкультурой» и многое другое. Сборы продлятся до 18 марта.